Мид, что ли? Эррор Блейд. Сильный персонаж, сильный. О, Клопа. Queen of Pain. Королева. Трентон. Ты же манил Трента раньше. Ну, немного поиграл Трентон. Я Расик. Реально. Тебя вычислили. Понимаешь, Сирус меня вычисляет. Как? Ну, это забей. Меня тут вычисляют реально уже в Доте. Без шуток. Я против людей попадаюсь, там... Раз в 20 каток спокойно вычисляют. О, в Магину попал. Магину это плохо. Магина меня и перебить может. Из-за этого. С тебя кассир скачал. Понял. Кирус это да. Кирус, конечно, со своими приколами. Веселая вещь. Что? Подожди, что за демон сил? Герой расходует часть своего текущего здоровья, чтобы применить на себя развеивание, получить бонус скорость движения, атаки, бонус больше способность метаморфоз неактивна. Чуси. Тебе вообще сапот хорош. Ну, я играл, пробовал через дракон армлес. А не, ну нафиг, я уже один раз так сыграл. Зарунил катку пацанам. А пацаны надеялись, что я соберусь нормального Торроблейда. Надежда у них, конечно, такая была. Во что собирается тут? Статы, наверное. Титан, господин. Потому таскать. Да? Все. Идеально. Рейсбендик, может быть, разве что. Чтобы размениться было проще. Виси по стике, непонятно. Короче, а мы сейчас закуп, чем че париться. Делаем. И все. Да, закуп стандарт. На всех героев почти. На всех коров. Стандартный закуп. По сути, Зелан должен хорошо душить. Джаггер плюс Огр, да. Сайленсер плюс я, ТБ. Что мы можем делать на войне? Качни третий, потом первым. Первый кидает сало первый, ты кидаешь первый, там дикая земля не идет. Ничего, неплохо. Мы, считай, как полтора ранжа. А под мета это вообще капец. Далеко идти не будем. Два болта. Слышь, пошли бы фрабр ровно сделаем. Сало, качни первый скилл, я короче качни. Убить кого-то. Понял. Никого не убиваем. Да, не забей, тут время уже 10 секунд. Что-то бегать куда-то. Ну да. Две руны. Никто никого не трогает, пассивная дота. ТТ. Манта. И кайфуем дальше по игре. Антимаг, который будет меня прыгать, скорее всего. Блин, Зевс. Зевса БКБ прям срочно понадобится. Можно вторых... Сразу же после этого лесу покупать, наверное. Угу. Сразу после покупки манты. Сразу БКБ. Угу. Крипа дальнего пусть убивают. Без фарма остается, пускай. Фигово. Уж он крипов забрал. Уж а если я ему его же иллюзии буду... А, так маги не вообще хреново... Стоп, не. К сожалению. Модификаторы ихних атак не работают на иллюзии. Мои. А было бы неплохо, конечно. На самом деле. Я бы кайфанул, конечно, от этого. Пусть антимаг типа соло, да? Уже не соло, кстати. Ну давай подерёмся, чё. Давай-давай.
Ох, и мне приятно, конечно, стоять. Вроде и петух у него на лайне, а вроде и все равно говно. Не, Сало нормально и гоняет прям, кайфует парень. У него я бы пофармил бы дальше. Сало решил не выпилиться чизом крипов. Чиз крипов ты быстрее, мне кажется, дойдешь, не? Или там забирает много денег. Я, кстати, не смотрел, как от нейтралов, когда умираешь, вообще деньги забирают или нет. Да, по сути, я кажется, смерти. Первый или третий? Первый или третий? Дропну, давай. А, спасибо. Такс. Чё? Парень, ладно. Да ладно. Только да, все. Реагр. Блять. Блять. Это ошибка критическая. Ну здесь все. Yes. Не ботинок сначала покупает, а энерджи бустер. Подожди, я же стики покупаю, надо ими восстановиться хотя бы. Сейчас. Это я уже прилетел, ладно. Мне надо было, наверное, рецепт ему отдать на стике. Эти рецепты, господи, стики. Ага. Петуха разменял с собой. Ладно, вот так я порейд кликался бы с ним, если честно. Убью.
фиговое, я нажал морф. Сори, там Зевс есть на почти. Чё-то я как-то протупил. Зевсом не заметил. Знаешь, насколько выходит боепропуск сезон Вов? Во сколько нет? Прям настолько информации без понятия. Ребут, наверное, когда будет часов в 11. Тогда, наверное, и сделают. А, стики мне немного подзарядили, пойдет. Верно ли они хитрые? Без иллюзии можно просто подправлять куда-то. Развлекаться. Спасибо большое, дружище. Ну, развлекайся с иллюзией своей же. А, подожди. Не, моя иллюзия работает, как модификатор атаки. Так антимагу вообще хреново на лайне получается. Не, ну, во-первых, наверное, против него больше максить. Ну там вообще без маны парень играет эту игру. Да, ТБ, конечно, не любит магию, это капец. Этот петушок, золотой гребешок. Ну давай потыкаем друг друга, давай. Причем сайленсер вот этого, вот таких редкликов больше в плюсе. Мансимаг. Оп, здравствуйте. Так уж и делишки. Что потрохи два раза. Кого? А там же век хватился, типа. Я типа застелил дела, нарушил потешку, но рок не догнался. Я только что только ульт появляется, сразу его нажимаю. Классно. Тайминги, конечно. Так бы я умирал. Тайминги, это так круто. Короче, я внизу тавер открываю, похоже. Ах ты ж. Я бегу здесь сам. Ну здесь все падла. Я бегу здесь сам, я помогу здесь сам. Ай, хорошо. А зачем ультовать? Хороший. На всякий случай. Он столько маны меня всадил. Жикерри, антимаг, харда у них банша, мидзес. С магией, конечно, у них проблем нету. Могу это дефать соло. Против двоих. Я тебе бы помог, конечно. Я просто линию даю и все. Пофиг. Вот падла, а. И хитрая. Шух ты ша. Хорош. Ты еще лево нужен будет. Охуенно, блять. Ясно, меня тут еще убить хотят, да? Ой, ладно. Ну, до талого, что сказать. Ма, кстати, петушок нормально лицо кто потерял. Единственное, жаль, что у меня сайленс был. Петушок у меня тут, Зевс у меня тут. Кто у меня тут только не бегает? У тебя весь пак нарвал. А кто у нас скиллит? Это же Гернаут? У него хоть все хорошо? Ага. Виндлейс. Ну ты понял, почему я беру Кора. Джаггера видел? Ну, ладно, из ботинок. У меня же Яша уже и БТ. Ой, господи. Мне идти на низ вот этим вот парнем оставаться опять на лайне. Непонятно. Леон сидел все там время. Ару. Он сидел за тауром все время. Бля, чтоб ты понимал, короче, Леон сидел за тауром минуту, наверное, больше. Ну, парню весело за... играть. За вышкой наша. Парень детектива играет. Шпиона, что-то. Нормально же.
За тавером нашим, за мышечкой. Перчим дофармить. Просто не понимаешь тактику. Он выжидал, а тебе смешно. Он выжидал момент. А ты не выжидал. Вот так вот. Туда себя. А, ну да, кстати, тавр было бы неплохо открыть. Ясно. Люблю эту игру за это. Давайте. Ну ладно, тавер открывается. Поговорить. Колян, нарва. Влет так влет. Шмоточка. Доброе утро, дядя. Доброе. Что ты не спишь, Колян? Подожди, доброе утро, это типа 6 утра уже встал. У тебя же вроде режим, чтобы ты это... Наоборот, в такое время спал. В таком времени обычно засыпаешь. Доброе утро, блин. Может, крутанешься, для меня пробуем. Ай-яй-яй. Ну, хоть не по мне. Блин, у вас там вообще весело, да? Давай, может мне... Подожди, может мне петуха забрать? Попробовать. Петушка, петушка. Маун отваливается, конечно, от него кусочки. Один час хотел. С счетом 30 на 8. И мне, короче, вырубили свет, когда я... Это джигер с Украины. Типа, игру засчитала, но ЛП не сняли одну. Время офигительных историй. Мне тоже, блядь, из-за света. Трое с Украины вычислили. Ну то, что тут все с Украины, это понятно. Учитывая то, что у нас тут происходит. Веселье какое. Да, ну, печально, однако. Стану ЛП сижу. Вырубать не по графику свет. Ох. Видит, не видит вопрос. Не, не видит, нормально, ушел. Ушел от погони, ушел. Пошиба большой я. Садик надо, а? Понял. Это. Удачи. Там холодно, наверное, капец на улице. Садик. Фукси там Колян. Там вообще на улице холодновато. У меня даже отопление. Непонятно с ним ничего. С этим отоплением. То ли есть, то ли нету. Разберись с этим делом. Что там, как там топят, я бы сказал, что скорее нету. Даже дома холодновато будет. Конечно... Двум кором, конечно, в одном лесу фигово будет, явно. О, манта есть, это уже хорошо. Да ладно. 8. А ее псель, мопсель. Что делать-то будешь? Так, короче, я пошел дальше. Как и эти, в принципе, героички. Сюда пусть идут. Заодно КВ сладить за СМЭ. Ну а то. Пошли все вместе это. Приделись, щусь. А там поди что-нибудь посильнее апнешь скоро. Какой-нибудь Т4.
Какой опасный кинотавр, а? Блин, на пандалью не врывался, но его нет, не врывался. Люди попросыпались, а? Хорошо, раз попросыпались, хорошо. Брейсики всякие. Красота. Так, урон от иллюзии или рефлекшн КД? Непонятно, ничего тут. Куда пусть идут? Сначала волчка залейте. Скади купить, что ли? Да, можешь купить, тебя там хитро убьют. Хотя БКБ же надо, господи. Больше как не скади. Легеночка. Ой, обожаю. Ну да. Тут же за прокат, по идее, могут спокойно меня забрать. Поэтому здесь этот и БКБ надо больше. Яблочко. Статы лишними не бывают. КВК вообще пушит. А? КВК фарм это конечно хорошо, она пушит. Иди, короче, потом ему по бот пойдем. Да, поехал. А, что меня тут не забрали за секунду, туманы вообще ноль. Профетка сосущая у вас тут. Зевс. Угу. Реально у вас тут весело. Антимаг, БФ еще не дофармил. Короче, у вас там весело явно. Раз самого БФа нету, значит хорошо еще. Пока что. Макарон нам задушили полностью. Ну, это поэтому БКБ покупаю. Магурон это капец, конечно. Штука такая. Неприятная. Видишь, когда БКБ дофармишь хотя бы. Я там сало описал. Сало? Для когда ждать? У меня БКБ нету еще. БКБ будет. Пойдем разберемся. Что делать в этой игре. А без БКБ что-то как-то не хочется идти фидить. Вообще. Возьми, заберите стоки. Да, я заберу. С Леоном развлекаетесь там? Да. Видишь, кричу на него. Туда его, попускай. Блять, мне секунды не хватило для стана. Опа, еще и буква. Буква спонсор наш. Буква здорова. Спонсор на буковке. Подошел. Так, короче, отсюда можно, в принципе, сваливать. Че? Пойти ресурсы восстановить можно. Леон бежит джиггернаута забирать. Бывает. Так, ну, по идее, я машина, я готов врываться. Я в лес сажусь на минут 20. ТК. Я к вам. Игорь, все, пошипу, что я бы КП нафармил, чтобы делать урод, игры.
А мы зачем? Мне на надо, мне шард надо, да, яр надо, чтобы соло выиграть. О, да, шакер дотянули. Только что-то это. Только я не понял, почему мы внизу что-то тусим. Мы же это. Может, ты лестницу по шороху забирал? По ТПМ. Ну, горош. Сало, я выкинул камень. О, они у нас как раз в лесу. Лесу спамали, да? Бегают, смотрю. Что у нас тут происходит? Зевса ловим, да? Угу. Что, пошли ломать? Нормально. Пошли ломать лицо этому боссу. Рейд босс. Хорн пойдет. А, я с тебя в линк удал. Че, кому забирать надо это говно? Я его забираю. Забираешь ты? Да. Давай. А, Жагер не такого мнения немного. Yes. О себе. Ну, туда пусть первым долетает. Ну, го, вверх плюс мид. Чуть БКБ не нажал случайно. ХП или... Замедление ХП надо. ХП недостаточно пока что. Это на один момент. Ну, пока что вижу. А с метой будет намного проще. Сломать это. Все равно я ни на что не нажимаю эту фигню. Под метой. Ух! Куда я слетел? А, ты же без этого, точно. Я совсем забыл про это. Что-то я не ожидал, что коврогу. Пум-пум-пум. Боится как, а? Ой-ой-ой. Нате вам, короче, разбирайтесь. Подожди, а зачем я с ним дер... Ой-ой-ой. Я ж без маны совершенно. Так драться. Ой-ой-ой-ой-ой. Привет. Как ваши дела? Понял, как ваши дела? Прикольно так. Под нами хоть кто-то есть, что мы так наглеем? Лопа есть, которая только леслась. Под сайленсами. Блять, успел отвлекануться. Да, я БКБ фармлю. Ну, мы там очень долго дрались, это точно. Из таверны в таверну. Рефлекшн. КД или урон иллюзии конжур. Урон иллюзии конжур, думаю. Хотя рефлекшн, конечно, антимага будет бесить точно. Ладно. Здорово, Захар. Здорово, здорово. А шо, уже эта штука закончилась, спонсорка зеленая? Все, как ГВП. Че, спонсорка зеленая? А, там штука такая прикольная. Может быть, мне линку собрать? Нет. Скади собери. Скади? Если меня прыгнут, я умираю, считай, за прокаст. С линкой я хоть уверенный буду в себе. Не, скади дальше. Тебе с жира, тебя никто не метаморфозит, не уйдет. Ну, считаю хекс и фулл прокаст и умираю. Все кнопки меня очень легко сдать, на самом деле. Жир на джигран тебе поможет. Наверное. Mm-hmm.
Ладно, пока сюда пойдем. Очень хочется монориген какой-то, прям супер сильно. Хоть какой-то монориген. Быстрее бы 25. Кинем паф, я пойду кушать. А, лоу. Копию убрали линку на 25-м, прикольно. Он реально тарит линку и боковая. Могу под крутилкой по КД пушить, ломать. Ну, сейчас Рошан появится. Когда-нибудь там с Рошаном будет уже повеселее в игру играть явно. КД есть. А зря заходить в КД. Да, Рошана ждем просто, ребят. Они боятся с базы все равно идти. Он только топ снесли. Там даже игры был. Там бараки открыт. Можем просто зайти и спушить. БКБшки есть, в чем проблема. Ну я бы дождался. Два к нам всякого снова. Оху, конечно. Не это. Некрасиво вы играете. Не академично, так сказать. Немножко вы. Не без фарма, мы фармим. Ну что там? Там Афолзу поехал. Че топ снесем сразу. Ну ладно, поехали. Несем, так снесем. Ух ты ж. Как-то просто это... пуш, ломай просто. Просто ломай. Просто ломай, Тавера. Да. Ну я их отгоняю, типа. От вас. Сразу бот пошли ломать. Они на самом деле, ну, боятся. Ну да. Пошли бот ломать. Пускай там разбираются сами, мальчики. В один заход три стороны сломали. Прикольно, мега гриппа. Действительно забавная игра получается. Оп. Ну, пошли, значит, доламывать тогда, раз такое дело. Зачем тебе линка манта БКБ? Ну да, лучше три рапиры купить, наверное. Ну, слышь, иди это на коне, пожалуйста. Слышь, может матант на коне, эти рампагу хоть сделаем? Давай, поехали. Там они засчитаются, это рампага. Эх. Канул. Какая жалость, дружище. Смотри. Здравствуйте. Эх, не развел мальчика. Не заскамил я его немного. А ведь почти-почти заскамили мы его, почти. Вот чтобы вот так кнопочки нажимать и не умирать, затем я купил их. Линку БКБ. А, спасибо, ребят, лучше. Блин, ну кстати, забавно, что люди Сируса. То есть не с Доты, а Сируса. Я в Доте узнают. Артому человек, который сидит в 6 часов утра играет. 6 утра сидим, наваливаем кабины чисто, разваливаем. Все, шо, выходной, что ли?
У тебя? А, ну да. Сейчас посночу. По кайфу. 500 ГПМ. Вапы у тебя 710. У Джаггера 720. А, оп, это минута. Подожди, а золото? Все равно у тебя больше. А чего у вас так много золота? Я не понимаю. Я вроде в пол игры фармил. Как так-то? Ну ладно.